Богдан гордится, что учится именно в военной академии и перенимает опыт от офицеров, которые имеют стаж работы в боевых условиях. Специальность выбрал не случайно. Разведчик – профессия настоящих мужчин. С самого детства моя мечта была стать военным. Профессия настоящих мужчин – это профессия разведчика, так как никто, как разведчик, рискуя своей жизнью, направляясь в тыл противника, добывая какую-то важную информацию для победы, для общего успеха. Разведчик – это в первую очередь профессия мужественных людей. В цьому році ми вже здійснили перший випуск молодих офіцерів. І в цьому році був повний набір на всі спеціальності. Зараз ми готуємо офіцерів за 8 спеціальностями. В академії 3 факультети. З цього року ми почали підготовку цивільних студентів для економіки України за суміжними спеціальностями. Академія є, існує і в неї велике майбутнє. Сегодня в честь двухлетия осветили флаг Академии. Считаю, что военная академия действительно готовит очень сильных офицеров, которые действительно профессиональны, у которых действительно очень много навыков, потому что база Академии позволяет научить. Они достойно будут выполнять свои обязанности, сопризначены в Збройных силах Украины. В зале более 600 курсантов, и каждый уже гордится своей альма-матер. Дарья Сидоровская, Александр Шулятиков, Новая Одесса.